Эй, ребятки, это я, Антон Бустер, на связи, и у нас сегодня крутейший обзор фильтра Supermodel от компании Polyverse, который дает возможность делать различные модуляции, фильтры. В частности, от этой компании еще есть Infected Mushrooms, я думаю, вы слышали про него, с помощью которого можно сделать всякие белоса монстров, роботов и так далее. Но в данном случае мы попробуем вот этот фильтр, который, в принципе, показался мне очень интересным. Он поможет вам добиться интересного звучания вашей музыки, попробовать его. Можно также использовать в саунд-дизайне, чтобы делать сайфайные штучечки, какие-то дроновые интересные текстуры. Но в данном случае я бы хотел попробовать его на гитарке. Я записал вот такую вот гитарочку. Немножечко ее скомпрессировали. И давайте послушаем, что нам предлагает данный плагин. Здесь, конечно же, кучу-кучу различных пресетов, но давайте для начала разберемся, что мы имеем. Мы имеем фильтр, который дает нам возможность среза фильтра по верхам и низам, плюс тональный frequency, то есть работа больше с верхушкой, либо с низами. То есть подмешивание больше низкой составляющей фильтра или верхушечной. Также кнопочка резонанса, которая добавляет больше всяких там резонансных штук, фейдер драйва, бленд, да, подмешивание, сам модал, да, вот эта интересная модуляция, которая делает всякие там металлические войсовер штуки поверх. Но давайте побегаем по пресетам и посмотрим, как может звучать обычная наша гитарка с помощью подобных всяких обработок. А что если мы на какой-нибудь с вами барабанчик и также добавим наш супермодул? Вот давайте я такое оставим, посмотрим, если мы накинем сюда с вами наш супермодул куда-нибудь, к примеру. И посмотрим, что мы имеем. Здесь у нас есть также отдельные банки пресетов. К примеру, drums послушаем. Почему бы и нет? На самом деле очень интересное звучание, и вообще можно классные космические всякие штуки делать. Уверен, в саунд-дизайне тоже можно применять неплохо подобную обработку. Но давайте попробуем записать, может быть, вокал какой-нибудь, помычим что-нибудь. Не обращайте внимания на трески, это так работает OBS. Я не знаю, как его настроить. Напишите в комментариях, помогите. Не знаю, может быть, есть специалисты. В общем-то, что-то накинули. Давай посмотрим, как наш вокал может звучать с подобной обработкой. Дает такую прям глубину. А что если покидать всяких различных звуков интересных? К примеру, каких-нибудь волн. Да, интересная штука. Преимущество этого фильтра в том, что есть еще модуляция посредством последовательной вот этой посыла, да, обработки на по принципу метакноп, IDSR-чик, секвенсор, envelope, follower, вот этот MIDI какая-то штука и рандомайзер. Посмотрим, что у нас в плагинах меняется.
Плохо, чем вам не композиция какая-то. Штука справляется со своими задачами. Функционал очень насыщенный. Есть модуляция, рандомизация. Есть различные ID-сырочки, которые можно прорисовать. И, в общем-то, очень похоже, да, на синтезную такую историю, которая связывает именно фильтрацию с синтезной последовательной обработкой, плюс возможность, да, подмешивать какие-то всякие штуки, гармоники. И я предлагаю в следующем ролике сделать полный разбор, но уже на практике реальных ситуаций и задач по саунд-дизайну. Если это видео было интересно, поставь лайк обязательно, и я сделаю подобное следующее видео, связанное с этим плагином. До скорых встреч, пока-пока.